Настя реально выпила зелье гея! Как эти бабы в этом ходят? Эй, Настя, успокойся, это камера! А, черт! Нет, 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 Настя, пожалуйста, только не в облике гея! Нет, Настя, нет! Чё твори, бро, меня зовут Серхио, он из Ибро, просто сразу же приподписывайся на мой канал, чтобы быть моей супербанде! Ведь перед ними супербанда будет над всеми! Кто не с нами, тот под нами! А я, как вижу, про тебя же не очень нравится быть под нами! Так что подписывайся на мой канал, чтобы быть моей супербанде! Самый сильный банде на ютубе! Эй, бро, сегодня я видео снимаю не сам! Сегодня со мной Настя! Да, банда опять это обезбашенная. Окей, супербанда, и сегодня у нас непростое видео, потому что, посмотрите, у меня есть новое зелье гея. И вы не поверите, банда, но уже раньше, я думаю, вы это видели, я использовал это зелье на себе. И со мной происходили просто странные вещи, ну реально. Я наклеил себе ногти, которые были просто огромные. И в том видео, банда, я пообещал, что если в том видео будет 10 тысяч лайков, то это зелье гея выпьет Настя. И вы, супербанда, эти 10 тысяч лайков набрали всего лишь за день, что очень быстро, вы молодцы, банда. И знаете что, сегодня это зелье гея выпьет Настя. И мы посмотрим, что же будет происходить с девочкой, которая выпила зелье гея? Да я не знаю, что у нас получится, или вообще у нас что-то получится. Возможно, это зелье не будет действовать на девочек, как Виагра действует на них, только на парней. Возможно, это зелье тоже только действует на парней. Тем не менее, бада, мы идем 3 часа ночи и проверяем это зелье на девушке. Думаю, бада, будет что-то мощное. Погнали! Окей, бан, на часах 3:00 пришло время использовать зелье гея на девушке. Окей, Настя, ну что ты скажешь насчет всего этого? Страшно. Думаешь, оно будет на тебя действовать? Думаю, да. Точно, ты только посмотри на это зелье. Окей, ну ладно, давай не будем оттягивать на сегодня сейчас на все это. Быстрее давай выпивай это зелье. Сначала понюхай его и скажи, как тебе запах. О, да, ну воняет, поверь. Я с прошлого видео это узнаю. Нет, спасибо, я уже пью. Раз, два, три. О, господи, банда, вы это видите? Настя реально выпила зелье гея. Как, чувствуешь, да? Да, так немного на губах осталось оно. Окей, Настя, ну как тебе зелье гея? Да, ну реально невкусная банда, я это пробовал сами, поверьте, оно реально ужасное. Окей, супербанда, это просто жесть. Ровно в 3 часа ночи Настя выпила зелье гея. Это просто жесть, супербанда, не знаю, что будет дальше, или она вообще будет на нее работать. Как у тебя самочувствие? Нормально. Что? Настя, погоди, что ты только... Что ты делаешь, Настя? Чего? Настя, что? Ты нормально, Настя? Нормально. А черт, супербанда, похоже, зелье уже начало действовать. Это реально жесть, банда. Настя начинает превращаться. Эй, Настя, скажи что-нибудь. Что? Настя, что с твоим голосом? Что ты хочешь? Почему он такой грубый становится? Банда, похоже, зелье действует в обратную сторону. Супербанда, это просто жесть. Похоже, если на меня оно действовало, что я был гем, то на девочку оно действует, как будто она становится мужиком. О, господи, Настя, что с тобой? Настя реально превращается в пацана. Мужика, это реально жесть, банда. Посмотри, она выпала почти все зелье. Мне кажется, это передозировка или что-то типа того. Осталось всего лишь ничего здесь. Настя. О, господи, банда, применяется голос. Настя, скажи что-нибудь. Что? О, господи, банда, это просто жесть! Настя реально начинает просить что-то странное! Эй, Настя, ты меня вообще слышишь? Да. Настя реально превращается в мужика! Настя, как у тебя самочувствие? Ну, в крайнем случае, лучше, чем у тебя. В смысле? Что со мной не так? Ну, ты какой-то такой щупленький, маленький. Но, Настя, блин, в смысле? Ты же говорила, что вообще, что ты делаешь? Эй, ты куда, Настя? Настя, погоди! Иди за мной! Господи, супербанда! О, господи, банда, это просто жесть, вы это видели? Настя реально превращается в мужика! Это просто жесть, супербанда, мне при это не верится! Настя, жесть, будет становиться только хуже, банда! Эй, Настя, ты там? Ты еще долго там будешь? Ну почему, господи, банда, это просто жесть. Она реально превращается в мужика. О, черт, супербанда, жесть, она больше никогда не превратится за девочку. Что мне потом делать? Это просто жесть, супербанда, не знаю, что будет дальше. Господи, нужно быстрее что-то с этим делать. Окей, супербанда, это зелье реально как-то странно действует в обратную сторону. Может быть, она какая-то просроченная или что-то типа того. О, эй, Настя, черт, она вышла, банда. Как эти бабы в этом ходят? Что ты делаешь, Настя? Зачем ты нарисовала бороду? Она же знаешь, тебе не идет. Почему у тебя бабы нет? Почему? Потому что у тебя бороды нет. О, черт, супербанда, с ней реально что-то происходит, что-то странное. О, господи, эй, Настя, как ты? Хорошо. Это просто жесть. А где ты взяла эту одежду? У тебя же ее раньше не было. Я там в стирке взял. Черт, Настя, мне реально тебе жаль, прости. Зелье скоро перестанет действовать. Какая я тебе Настя? Я о Насте, самый старший Вики. Черт, супербанда, это просто жесть. Это зелье начало реально как-то не так работать. Она должна была просто превратиться в мужика. Похоже, оно стало каким-то викингом. У нее как будто вселилась какая-то старая душа. Супербанда, я просто в шоке от всего этого. Я не знаю, что дальше делать. Блин, банда, мне реально жаль Настю. Зелье только начало действовать, только стукло 3 часа ночи. А что будет дальше? Это просто жесть, банда. Да что ты делаешь, ты? А Настя, зелье, как там тебя? Я готовлюсь с ними шла. Чему? Мы уже живем в нормальном мире. Здесь уже нету таких боев, как раньше. Как вы дрались, викинги? Да? Ну да, 21 век как-никак. Ты куда? Устала. Чё ты, блядь? У тебя всегда все поломано. О, черт, супербанда, это просто жесть, что происходит с Настей. Она даже начала материться. Где у тебя тут инструменты?
Это там в сарае? Куда? Это просто жесть! Настя начала превращаться в мужика! Тем не менее, банда, давайте на это видео наберем 10 тысяч лайков, ведь суприбанда! Мы самая сильная банда на ютубе, а значит, что правильно! У нас должно быть самое большое количество лайков, ведь как у самой сильной банды на ютубе может быть самое меньшее количество лайков? И на поэтому банда, не допускайся, не остался царский лайк! О, господи, банда, это реально жесть! О, черт, банда, мне реально что-то послышалось! Эй, Анастис! О, черт, он вернулся! Что? Зачем тебе молоток? Ух, он просто его положил. Что ты делаешь? Анастис, да расскажи мне хоть что-нибудь, что ты делаешь? Да говори же со мной! Он начинает чинить мою и кровать. И как оно здесь? В наше время такого не было. Анастис, оно и понятно, ты жил до нашей эры. У тебя не то, что такого, у тебя вообще ничего еще не было. Да зачем он тебе? Просто брось его! Какой ты мужик, если оно у тебя поломано? О, черт, банда на сериале превращается в мужика! О, господи! Эй, Анастис, как тебя? Что? Зачем что тебе ты это? Мне не нравишься. В смысле? Что ты делаешь, Анастис? Ты какой-то странный. В смысле странный? Эй, Анастис, успокойся, это камера! А, черт! О, господи, суприбанда, вы это видели? Господи! Господи, господи, господи! О, черт, банда, это просто жесть! Зелье реально работает в другую сторону, посмотрите! Всего лишь прошла половина времени, еще целых полчаса этим жить! Господи, она реально превращается в викинга! Получается, что когда девушки убивают зелье гена, превращается в викинга! О, господи, банда, при настоящего мужика! Ведь викинги, как мы знаем, это настоящие мужики! О, черт, банда, я очень боюсь ее в роли викинга! Потому что викинги это реально кровожадные монстры! Не то, что они монстры, это кровожадные люди! Они реально не охотились и убивали! Для них убить банду это просто вот так! Мне реально страшно с ним находиться в одном здании! Кажется, мне уже слышно, что он-то здесь. Черт, суприбанда! Я только как будто кого-то слышал. Эй, черт. Эй, ты, Анастис, ты здесь? Черт, суприбанда, это просто жесть. Я реально там кого-то слышал. Анастис. А, что это? О, черт, господи, что это за сетка? О, черт, что это за сеть такая, банда? О, господи, что тебе нужно? Аж бесят такие полумужики. О, очнулся. Что сейчас мне нужно? Что-то мне плохо. Сейчас я перейду. Черт! Банда, это просто жесть, вы это видели? О, черт! Он меня вырубил, он меня хотел связать! Банда, это просто жесть! Что сейчас происходило, вы это видели? Он пошел в ванную. Эй, Анастис, что тебе от меня нужно? О, черт, банда, это реально жесть, это реально жесткое переплощение! Итак, банда, часах 3:53, осталось всего лишь 7 минут, и все, Настя наконец-то свободна! О, черт, я ее услышал! Эй, Анастис! Господи, он вышел. Окей, где ты теперь эту одежду взяла? В стирке. Да что ты все в стирке берешь? Погоди, Настя, это ты? Я. Что с тобой? Не подходи ко мне. Ну ты чего? Эй, пусти мою биту. Что с тобой происходит? Ты вообще кто? Ты не Настя. Ты какой-то злой. О, черт, банда. Зелье гея начало работать. О, господи, Настя, что с тобой? Все хорошо. Да что ты ко мне постоянно лезешь? О, господи, банда, ты реально жестко! Похоже, что это был какой-то странный побочный эффект! То есть, Настя становилась мышегом только ради того, что это был какой-то побочный эффект! А сейчас она превратилась в настоящего гея! Черт, банда, это просто жесть! Это реально странные зелья! Эй, Настя, что с тобой? Все хорошо. Черт, банда, осталось всего лишь 6 минут! Пожалуйста, Настя, отстань! Ты сейчас это не ты, не трогай меня! Ты сейчас это не ты, ты просто выпила зелье! Эй, Настя! Настя, пожалуйста, успокойся! Хватит ко мне лезть! Ты просто выпила зелье! Я тебе не нравлюсь! Ну ты сейчас не как девочка, ты сейчас как гей! Я не могу так реагировать! Настя, что с тобой? Господи! О, черт, суприбанда, вы это видели? Настя только что в облике гея обиделась на меня! Это просто жесть, суприбанда! Зелье начало работать, только поначалу был огромный побочный эффект! Она реально превратилась в мужика, после чего она превратилась уже в гея! Похоже, зелье все-таки работает нормально! Эй, Настя! Ну ты что, обиделась? Ты меня обидел. Я некрасивый. Да нет, ты красивый. Я некрасивый. Ты серьезно? Это все всего лишь за какого-то зелья ты на меня обиделась? Да перестань. Я никому не нравлюсь. Ты вообще меня только что убить хотела. Настя, ну перестань, все же нормально. Отстань, я обиделся. О, черт, суприбанда, это просто жесть. Настя реально превратилась уже в гея. Знаешь, я прощу тебя, если ты со мной куда-то сходишь. Только когда перестань действовать зелье, то я обязательно куда-то схожу, но точно не сейчас. Обещаешь? Эй, не иди за мной, пожалуйста. Черт! Нет, Настя, пожалуйста! Нет, 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 нет! Не подходи ко мне! Нет, нет, только не в облике гея, пожалуйста! Нет, нет, нет! Перестань! Нет, 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 Настя, пожалуйста, только не в облике гея! О, черт, суприбанда, это просто жесть! Нет, Настя, нет! Только не надо, только не геем! Черт, что с тобой, Настя? Что я вообще делаю? Не знаю, ты выпала зелья! Что это на мне? Да, ты выпала зелья гея, с тобой начал твориться что-то странное! Ты вообще меня только что чуть не убила! О, черт, суприбанда, это просто жесть! На часах уже 4 утра! И с Настя перестали происходить странные вещи! Это реально жесть, суприбанда! Ох, черт, банда, я так хорошо, это все закончилось, это реально было жесть! Настя, что ты чувствовала, когда выпала зелье? Я чувствовала себя мужиком.
дураком. Я хотела взять все в свои руки, все. Знаешь, я это заметил. Окей, супрепада, я рад, что все это наконец-то закончится, потому что это реально было жестко. Надеюсь, больше никогда у нас не будет пиздельный гей, потому что это реально жесть, банда. Надеюсь, вы за это уже поставили соцсетский лайк, потому что мы отвозили просто огромный побочный эффект. Настя по-настоящему начала превращаться в мужика, я уже реально за это все испугался. Пиздите на мой канал, чтобы быть моей супрепанде. Он не с нами, тот под нами. Эй, бро, вот комменты из-под прошлого видео. Господи, какие они шикарные, просто делающие комментарии. А, бро, если вдруг ты хочешь повысить видео, то все, если мне нужно эту позиционизм, нажать на свой колокольчик и все. Бро, ты выслеживаешь видео, только про коммент не забудь. Эй, бро, как бы не с ребятой супрепанды попали, и ты сможешь. Эй, бро, знаешь что? Оставайся таким шикарным. Пока!